125 лет исполнилось Барнаульской поликлинике номер 1. Первые упоминания о городской амбулаторной лечебнице появились еще в 1897 году. Тогда там работали лишь несколько специалистов – врач, фельдшер и акушерки-оспопрививальницы. Самая старая поликлиника краевой столицы пережила много событий. В 1917 она сгорела, и для амбулатории пришлось выбрать новое здание. Через 30 лет поликлинику объединили с первой городской больницей. Еще через 20 учреждения развели обратно. А в 2003 году филиал поликлиники номер 1 открылся в микрорайоне Затон. Сейчас в городской амбулатории трудятся больше 250 медработников. Многие из них посвящают поликлинике всю свою жизнь. Я пришел рядовым врачом по профессии инфекционист. Я вырос в ней от простого врача, ну, до других каких-то должностей. То есть я стал человеком стойким, убежденным. У меня никогда не возникало желания покинуть эту поликлинику. Каждый день врачи и специалисты среднего звена принимают около 1500 жителей центрального района, Затона и сельских поселений. Поликлиника продолжает расширяться, приглашает новых сотрудников и открывает дополнительные филиалы. Строим новую врачебную амбулаторию в поселке Кирова. Пытаемся и ждем, когда нам построят новую поликлинику в Нагорной части города. Ждем новое оборудование и, конечно же, продолжаем оказывать помощь. В честь 125-летия учреждения сотрудники организовали большой праздник филармонии. Для медработников провели концерт, а выдающихся специалистов первой поликлиники наградили почетными грамотами. Юбиляров также поздравил председатель АКЗС Александр Романенко и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.